Друзья мои, всем доброго времени суток. Готовим сегодня вкусный салатик. Для салата я взяла куриную грудку, свеклу, морковь и зелени, укроп, зеленый лук, чеснок, соль, перец и майонез. Я поставила варить свеклу с морковью и куриную грудку тоже. Я уже очистила и нарезала свеклу с морковью. Добавляю куриную грудку и зелень, лук и укроп. Посолю, поперчу, чеснок и майонез. Все по вкусу, по желанию. Вот такой красивый вкусный салат у нас, друзья. Готовьте. Приятного всем аппетита. И большое спасибо всем, кто меня поддерживает. Бог даст, до новых рецептов.